По слухам, стендапер эмигрировал в Турцию и готовится стать отцом. Артист скрывает личность возлюбленной. Некоторое время юморист разъезжал с сольниками по Израилю и Казахстану. Теперь же Белый эмигрировал за границу. По слухам, он обосновался в Турции. Также поговаривают, что его супруга ждет ребенка, поэтому Руслан взял творческую паузу и все внимание уделяет семье. Как известно, юморист предпочитает не распространяться о личном. Имя избранницы стендапер тщательно скрывает. Ранее Белому приписывали роман с Юлией Ахмедовой из стендап, но Руслан заверил, что их связывает только дружба. До переезда в Турцию артист жил в Москве. Он говорил, что никуда не собирается переезжать, но в ближайшие 10 лет мечтает купить домик в Италии. Похоже, в свете последних событий планы стендапера кардинально поменялись, и теперь в его жизни начинается новая глава. Он готовится стать отцом и живет в другой стране. Руслан ранее делился, что серьезно относится к браку и готов вступить в него лишь с той, кто на 100% подойдет ему по характеру. По всей видимости, сейчас артист наконец встретил любовь.